Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванча калпатару вашке пасинду бевач, патитананг павуне бхавишна вибью намо нама, муканг кароти вачаланг пангунланг хетигирим, ятки патаманга банди парма ананду мадва, бриндавай тулсиде бай пиявай кешва сача. Шна бхакти паде деви сатто ваттои намо нама Нараяно намаскитто норунчайва нороттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире Санкиртане Кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасане ча Шадана ракта гуру бхакти юкта бхакти прамадакша жагод варуна дхейям сада парибхавагнам авиштатухам тиртас падам сива виринчанутам сараньям бхеттатихам панатапалья бхавадибутам банде махапурушате чаруна аравиндам Ятпада паллавана качанда мани чатая, биспуриджи такимапигабодушва дарши, пурнанурагара сасагара сара мурти, сарадхика мэй када кипам. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда, Шри Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмита бхужау канака бодато Санкиртаной капитару камала ютакшо Вишам баро дижа баро югадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibba Rupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dada Sinitam Бхавануруппена сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши табам бхагам Нараяно прияманангу мада пахарам Варанаси пурапати бхаджави шанатам Вагиша джушо бадане Лакшмир джушо чавакшаши Ясястихиде самбид Памни шинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
дурлаба манусу жанмо дехи нам йо дехишу татрапи дурлабам манне байкунто прия даршнам. Дурлаба манусу жанмо дехи нам йо дехишу татрапи дурлабам манне байкунто прия даршнам. Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру сказал, мы, Гаудия преданные, члены Гаудия Матха, всегда должны быть готовы пожертвовать литрами крови ради освобождения жив этого общества. Шрила Прабхупада сказал, мы преданные Гаудия Матха, Сарасвата Гаудия преданные, всегда готовы отдать литры крови за освобождение обусловленных жив этого мира. Но, конечно же, не существует никаких гарантий, что у нас получится сделать это. Потому как положение обусловленной дживы таково. Каждая дживатма обладает свободой выбора. Шрила Прабхупада цитировал эту шлоку из читания Чаритамриты и объяснял ее. Скитаясь по 14 мирам, по необыкновенной удаче, по милости Гуру и Вайшнавов, мы можем обрести Бхакти Лата Бич. Прабхупад говорит, спасти обусловленную дживу из тюрьмы майя настолько трудно, что можно сказать, невозможно. Тысячи больниц, говорит Прабхупад, можно построить на благо общества, тысячи образовательных учреждений. Можно заниматься, очень широко заниматься благотворительностью, но освободить обусловленную дживу настолько сложно, что практически невозможно. Посмотрите вокруг. Бесчисленные дживы заняты майей. Они не хотят ни о чем слушать. Не хотят ничего слушать. Поскольку влияние майи очень сильно. Нам нужно запомнить, то есть мы можем запомнить, что скоро мы, скоро нам может скоро может случиться так, что мы оставим этот мир, что скоро мы умрем. То есть
Об этом можно знать, об этом можно говорить, но это еще не означает, что человек обладает непосредственным осознанием этого, что он по-настоящему в сердце осознал, что есть смерть. Как правило, у людей нет четкого представления этого. А когда они все-таки осознают, что есть смерть, они станут необычайно серьезными. Настолько серьезными, как Парикшит Махарадж, как Каттангараджа, как Нараджа Махарадж в своей предыдущей жизни. Он был мальчиком, ему было 5 лет. И, как правило, ребенок в таком возрасте не может выжить без мамы. Но благодаря сатсанге, ее магическому влиянию, его сознание обрело такую зрелость. Мать оставила этот мир, хотя она являлась единственной защитой и опорой Нарады. У него не было отца. Он получил саду-сангу. Он вкушал учиштху саду, остатки прасада, которые они почитали. Нарада сам рассказывал, саду предложил мне доесть остатки его прасада. Я, не задумываясь, сделал это. И благодаря этому, приняв учишту Вайшнава лишь единожды, все бесчисленные грехи, которые я накопил за многое-многое количество жизней, за многие-многие жизни, исчезли. Не думайте, что это сказки. Я знаю много таких примеров, которые описаны в шастрах. Вспомните Ядава Ачарью. Лакшман Дешик, our Рамануджаджа, went to learn Vedanta, because there was no option. Рамануджа Ачарья изучал якобы под его руководством шастры. Когда дочь царя, попала под влияние привидения, то есть привидение вселилось в нее. Это произошло буквально за несколько дней до ее замужества. Должна была состояться свадебная церемония. И, естественно, если бы жених и его семья узнали, что она одержима, они не стали бы, не согласились бы на эту свадьбу. Тогда царь, когда царь предполагает, что Ядава Ачарья очень возвышенный, разумный, преданный, обратился к нему. И тот стал предпринимать какие-то действия, чтобы изгнать духа из тела дочери царя. Но получился полностью противоположный результат. Привидение еще больше разгневалось. Он сказал, «Ты хочешь меня выгнать отсюда? Я убью тебя». Тогда и сказал, добавил, в
прошлой жизни Ядава Ачарья был змеей. Я видел змей такой породы. Это особая змея, которая похожа на крокодила, как змея такшик, как змей такшик. Похожа на крокодила. Особый вид змей. Этот дух, привидение, сказала, что в прошлой жизни он был змеей, но благодаря тому, что он вкусил учиштху вайшнавов, он родился змеей. Но как это он, с чего это вы взяли, что он сможет выгнать меня из тела этой девушки? Вот если Лакшман Дешик сделает это, у него все тут же получится. И, конечно же, ситуация была несколько... Удивительное привидение сказало, что учитель не способен изгнать его из тела дочери царя, а ученик легко может сделать это. Тогда обратились к Лакшман Дешика, и он легко изгнал привидение. Примерно 25 лет назад во Вриндаване произошел один случай. Ученик Вамана Госвами Махараджа, жил во Вриндаване, читал Вьякарану. Однажды в него вселился дух, очень опасный дух, привидение. Несмотря на то, что этот преданный жил в храме, в него вселилось привидение. Это была душа женщины, и порой она вселялась в его тело, а порой выходила. Она сказала: «Если ты кому-нибудь расскажешь обо мне, я убью тебя». Итак, этот преданный никому ничего не говорил, но со временем он стал слабеть. Его тело стало слабым. И впоследствии привидение согласилось покинуть этого преданного навсегда, но при условии, что великий саду проведет обряд для ее освобождение. Она сказала: если ты выпьешь чаранамриту, воду, омывшую лотосные стопы подлинного вайшнава, я уйду навсегда. Он сказал: о, тогда вот местного ачарьи я выпью, это будет достаточно. Она сказала: нет. Вам, если ты выпьешь чаранамриту со стоп Ваманы Госвами Махараджа, я уйду навсегда. Тогда этот брамачарья обратился к одному саду, рассказал ему все. А привидение узнало. Он закрыл двери в свою комнату, в храм. Как только он лег, он увидел, что перед ним сидело привидение. То есть смысл в том, что это не что-то необычное, такое происходит. Итак, Прабхупад говорит, что крайне сложно помочь Дживатме выйти из-под влияния майя.
Можно построить миллионы институтов, школ, больниц, но гораздо-гораздо сложнее освободить дживу из-под влияния майи. Мы не знаем, кем мы были в прошлой жизни. У нас нет абсолютно никакого представления об этом. Что означает мритью, смерть? Означает разрыв связей. To break the link, you know, you cannot remember what previous life, or you know, you cannot remember. Состояние, когда вы не можете вспомнить, что с вами было в прошлом. So the definition of mitu, actually, death is not there. What is there? Atma is eternal. На самом деле смерти не существует, ведь атма вечна. No question of death. No question of. So the definition of mitu is a. Mithu is that mithur atyantik vishruti. Atyantik means you totally forget what happened previous life. You get break the link. That is called mithu. Mithu is nothing. That is why nobody like to die. Смерть лишь означает полный разрыв со связями, которые у вас были. То есть вы забываете все и всех, с кем были связаны. That's why nobody like to die because atma eternally present, no question of death. Все мы вечны по своей природе, поскольку мы являемся атмой. Именно поэтому никто не хочет умирать, потому что это не свойственно для души, для нас в корне. They are going to live their body in laughing mood. Vaishnavas are going to live body. Ну, конечно же, это не о вайшнавах, потому что они со смехом встречают смерть. Except that all other bonded any jiva. Но все остальные дживы не хотят смерти. Как, вспомните, как уходил Харидас. Чайтанья Махапрабху сидел перед ним, он смотрел в глаза Махапрабху, положив его лотосные стопы себе на грудь. Точно так же, вспомните, как уходил Кешава Госвами Махарадж. Он являл его болезнью, и никто не знал, в какой момент он оставит тело. И однажды с утра он сказал, сегодня я оставлю тело, но когда именно? Посмотрите. То есть вначале он сказал, посмотрите, какие там даты, когда благоприятнее всего оставить тело. Вам Госвами Махарадж подобрал лучшую дату для этого. Шло арати. Гирлянда с Радхарани упала. И севак принес ее Шри Кешава Госвами Махараджу, надел ее на него. Он, повторяя Кришнанам, оставил тело. Представляете? То есть он вычислил время, которая наиболее благоприятна для ухода, и оставил тело. И это не единичный случай. Точно так же Вамана Госвами Махарадж, он сказал, сегодня ночью благоприятное время, и все ждали, что сейчас он уйдет. Но кто-то прикоснулся к Шиле Махараджу, хотя он говорил не делать этого. И он сказал, что теперь осквернился, и я не могу уйти. Затем стали подбирать другую дату. Простите, это речь идет о Бон Госвами Махараджа. Подбирали другую дату, и он сказал, вот в это время, в 12:30, Кришна будет проходить через это место, и я последую за ним. И именно в это время он оставил тело.
Таким образом, нет ничего удивительного в лилах вайшнавов. То есть имеется в виду, что для них возможно все. Итак, Прабхупад говорит, что крайне сложно освободить майю из оков майя, освободить дживу из оков майя. Джива скитается с незапамятных времен по 14 мирам, принимая рождение из различных йони. Каждое живое существо получает рождение в соответствии со своими предыдущими самскарами. Aquatic element, I mean, staying in water, 9 lakhs, you can calculate, 9 lakhs. After that, 20 lakhs is beast. Посчитайте, 9 лакхов, то есть 20 лакхов — это животное. 9 лакхов — птиц. 11 lakhs type of species you can take bird as krimayu or insect. 11 лакхов. Like earthworm. Насекомых. Десять лаков птиц. This way, 20 lakhs actually sthavar. Sorry. I calculate rightly, but and 30 lakhs beast. 30 лаков животных, 30 видов. 30 лаков видов животных существует. Like you know, inanimate object, it seems. So they are 20. So 9 plus 20 plus 11. Итак, 9 плюс 20 плюс 11 плюс 10 плюс 30 плюс 4. И вместе получается 84 вида живых существ. Бывает так, что джива получает бхакти-лата бич, но не поливает ее, и поэтому росток засыхает. Поэтому постоянный полив и забота о бхакти-лате необходимы. Итак, вчера мы говорили о том, что все дживы могут сравниться с семенем, с семенами. Поскольку в каждой дживе заложены самскары из предыдущих жизней. So, Krishna speaking, if you are getting one seed, if you are going to throw into mud, you know, field, then gradually a sprout can come out, and so this way, Bhagavan speaking, that different jivas with different sanskara can be compared with different kind of seeds. So according to seeds, словно семена, которые абсолютно разные по своей природе, точно так же дживы обладают различными самскарами и в соответствии с ними получают то или иное тело. А затем самскары проявляются. Итак, представьте, самскары из прошлых жизней, которые вы накопили, присоединяются к самскарам в этой жизни, но, допустим, вы совершаете саду-сангу, и
это позитивные самскары. Теперь негативные самскары, позитивные накладываются на негативные. И то есть из негативного вычитается позитивное, и в момент смерти то, что останется, и пойдет с вами. Это бесконечный процесс. Итак, дживы могут сравниться с различными семенами. Если я посажу семя манго, вырастет дерево манго. И, конечно же, бессмысленно ожидать, что из семечка манго вырастет пальма. Итак, каждая джива проявляет свою природу, которая зависит от того, какими самскарами она располагает. Джива получает тело в соответствии со своими самскарами. Если в прошлой жизни вы были очень жестоки и совершали много греха, вы не сможете родиться как человек. На это бессмысленно рассчитывать. Вы родитесь, возможно, как тигр, возможно, в теле тигра, возможно, в теле льва. Итак, при помощи пракрити, материальной природы, дживатма получают то или иное тело. Живут, затем умирают, затем рождаются вновь. Все это происходит под влиянием саттва, раджа, тама, гуны. Никто во всех 14 мирах не свободен от их влияния. Никто, кроме вайшнавов. Что такое бхакти-лата-бич? Семя бхакти-лата-бич. Это означает, что когда вы встречаетесь с саду, вы хотите развить, стремитесь развить определенное настроение, и бхакти-лата расцветает. Вспомните историю о Вальмике Муне, который прежде был Ратнакар Дашу, знаменитым жестоким разбойником. Как он изменился благодаря саду санге? Так вот, благодаря саду санге, наблюдая за поведением саду, мы обретаем, перенимаем его настроение. И в нас зарождается это семя. Если мы станем это семя поливать, обеспечивать ему солнечный свет, поддерживать нужную температуру, оно начнет быстро расти. Преданная же джива должна заботиться об этом семени. Постепенно росток будет увеличиваться и вырастет настолько, что сможет пересечь океан Вироджи, дойти до Вайкунтхи, затем пересечь Шивалоку,
обитель Нараяны, а затем, в конце концов, достигнуть лотосных стоп Кришны. Бхагаван Шри Кришна говорит, все, что мы видим в этом материальном мире, сотворено при помощи трех гун материальной природы. Just like all jivas growing their sanskar, and that sanskar can be compared with one seed. Same example I gave you through. And Bhagavan speaking, like if we are going to make one cloth, so there is some machine, that machine going to take the fiber meaning each and thread, при помощи ткацкого станка получается ткань. Ткань состоит из тесно переплетенных нитей. И Бхагаван сравнивает этот мир с тканью. То есть тем, как плотно переплетены нити в ткани. Going to take out the tiling and from this going to make the network and after the after his purpose is over going to eat up. Same thing Bhagavan speaking that everything coming from Bhagavan. Everything coming from Bhagavan. Все в действительности исходит от Бхагавана. Происходит, берет все начало в нем. By whom, from where, how, what for, all reason, you know, all Krishna. So Bhagavan speaking, then Upadan Karan, I mean, Upadan Karan, you know, to make this spoon, I need the ingredient, first of all, ingredient copper. After that, то, к примеру, чтобы приготовить такую ложку, необходимо медь, необходимы инструменты. This whole material samsara. Sometimes we are Bhagavan speaking. This body also compared with one tree. Бхагаван говорит, что тело также можно сравнить с деревом. В Гите говорится. Урдхамулам адо шакшам.
Весь мир подобно дереву. И, но корни этого дерева направлены, то есть находятся наверху. Может появиться вопрос, почему это дерево, но дерево перевернутое? Ведь мы видим, что деревья растут корнями в землю. Причина этого дерева — самсара. То есть самсара подобна дереву, и корень этого дерева — Кришна. Unending desire of jivas can be compared with the root. I mean the root cause of бесчисленные, бесконечные желания дживы могут сравниться с корнями дерева. Которыми она плотно врастает в материальный мир. Unending desire is the root cause. Okay, the root cause. But what is the seed? И что же является семенем, из которого произрастает это дерево? Желания и требования дживы. Существует два вида семечка. Одно произведено греховной деятельностью, а второе — благочестивой. Can be compared with the most vital three supporting, you know, portion, you know, kanda. Kanda, you know, one tree is there, then two are prosperous, very fat coming out. So the sato, rajo, tamo, a three modes of nature is kanda, very fat from the main branches coming out, three branches. And panchamahabhut also is kondo, on the basis of which the tree can feel comfortable to stand. Panchabhut, pancha. And shabda sparsha rupa ras kondo is can be compared with rasa. Rasa, like if you are not providing water in the root of the tree, tree can die. Если вы не станете поливать. So, here is water. Корень дерева, дерево засохнет, и водой для такого дерева является раса. Итак, пять генендрий, пять кармендрий и five Ganendriyo and one Maya. Одна майя. Bhagavan speaking, all 11. В целом получается 11. Eleven Indriyo. Indriyo means sense of. Can be compared with the branches of the tree. All different branches of the tree. See. All 11 can be compared with the branches of the tree. As the branches of the tree. And two birds are living there.
На ветви дерева живет две птицы. Примерно 15 дней назад я говорил об этом. Одна из птиц является дживатмой, вторая — параматмой. Одна из птиц пожинает плоды дерева. То есть счастье и горести. Порой мы испытываем счастье, порой боль, печаль. А вторая птица просто наблюдает за ней, не прикасаясь ни к чему. Вата, пита и капха, то есть вата — это ветер, пита — огонь. Our scientific research, one tree, how many years can be, if you can test how many layers are there. Ученые при помощи кругов на дереве вычисляют возраст дерева. So, this way, by Vittuka can be compared with skin. Skin on... И Ваю, Питу и Капху можно сравнить с корой дерева. One bird eating, another bird not taking. Now Bhagavan speaking, adanti chaikam phalamasya gridha grameshchara meko aranyavasaha hamsa 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 jo ekam bahurupam ijvair mayamayam vedasa veda vedam. Adanti, one bird eating, another bird not eating, but Uddhava, if you can get the scope, if you can get the kripa of Paramahansa, if you can get the kripa of Paramahansa by their blessing, Uddhava, если ты обретешь крипу Парамахамса, ты сможешь осознать, что все, что тебя окружает, окружает не что иное, как иллюзия. Ты сможешь понять, что весь материальный мир подобен сну. Бхактивинода Тхакур говорит в киртане, я стал очевидцем смерти моей жены. То есть я был очень привязанность к моей семье загнала меня в ад. И вот эти материальные мирские привязанности можно увидеть по милости Парамахамсы. И в действительности не существует другого способа сделать это.
Bahurupam Ijair Maya Mayam Beda Sa Beda Bedam. He only can know the more inner meaning, very secret meaning of Veda. Только тот, кто обретет милость Парамахамсы, сможет постигнуть глубинный смысл вет. Но что же делать, говорит Удава? На самом деле, Удава, ты должен поклоняться Парамахамса Садгуру. И при его помощи ты сможешь обрести такое знание, острейшее знание, при помощи которого легко срубишь дерево мирского существования. Если ты сможешь поклоняться Парамахамса Гуру таким образом, ты обретешь силу. То есть топор сравнивают с знанием, самсарой, знанием, при помощи которого можно срубить дерево самсары. Then Gurudev, by the mercy of Gurudev, you can get one carter. Если вы от всего сердца будете служить своему гуру, гуру даст вам этот острый топор, при помощи которого вы легко срубите дерево. Другими словами, анартхи, с корнем выкорчиваете из земли. Когда вы осознаете, что ваш материальный... Когда благодаря знанию вы поймете, что материальная жизнь бессмысленна, и точно так же, как семейная жизнь. Вы обретете Дивья-гьяну. То есть, прежде все-таки нужно обрести знание. Понимание того, что материальный мир подобен сну. И затем вы обретете Дивья-гьяну. Сейчас мы пока говорим о том, как избавиться от майя, как проснуться. Всегда быть в полном сознании, чтобы никто не смог нас одурачить. Но затем тебе придется отказаться от топора. После того, как ты осознаешь, что материальная жизнь бессмысленна, подобно иллюзии, топор, который представляет собой гьяну, нужно выбросить, иначе это гьяна принесет нам проблемы. Мы можем стать майявади. Нам нужно отказаться от гьяны и полностью положиться на гуру. И знание должно быть направлено на то, как служить Бхагавану. Затем необходимо постигнуть науку служения Бхагавана,
как совершать баджан, и больше не останется никаких проблем. Итак, вчера мы говорили о том, что Удава находится в глубоком замешательстве, услышав наставление Кришны. That mai sarvani karmani nirapeksha samacharaha. You become neutral personality. And all my karma, what is prescribed there in Veda, you can go on. You have done it. I have done it, whatever you told. Again you told, jadidam manasa bacha chakshubhyam savarna divi nasharam Гриджамананча Видхи Майя Майя Манумая Тасмад Юктендрио Грамо Юкто Читто Идам Джагат Атмани Икшаша Битата Атманам Махи Адишвари. So first of all you told that okay, Махи Сарвани Кармани become neutral position, go on. Сначала, Кришна, ты сказал, что нужно занять нейтральную позицию. Взойти на нейтральную платформу. Кришна говорит: Удава, взгляни, повсюду Майя, при ее помощи сотворен этот мир. И мир этот существует определенное количество времени, не так уж и долго. То, что ты видишь своими глазами, то, что ты слышишь при помощи ушей, то, что тот аромат, который ты вдыхаешь при помощи носа, что бы ты ни делал, старайся принимать это как гость, то есть имеется в виду как тот, кто вскоре может оставить этот мир. В чем разница между гьяни и обычным человеком? Казалось бы, Джанак Махарадж совершает точно такие же дела, деятельность осуществляет, как обычные люди. Но, конечно же, только кажется. Наше тело состоит из пяти элементов материальной природы и находится под влиянием трех гун материальной природы. Когда Кришна Чандра, Рама Чандра, Шри Чайтанья Махапрабху приходят в этот мир, они для осуществления лил, игр, ведут себя подобно обычным людям. Порой Кришна говорит: я голодный, и идет воровать йогурт или злиться на маму и разбивает свои ее глиняные горшки с йогуртом. Так вот, это всего-навсего лила, но если бы Бхагаван не делал этого, если бы он не являл лилы подобно обычному человеку, они были бы не настолько сладостны. Шочи Мата,
Как вспомните, я рассказывала, Шачимада поклонялась Шашти Деви для того, чтобы ее сын Кришна был здоров и успешен. Она молила ее: «Посмотри, мой сын очень непослушный, пожалуйста, благослови его». Она готовила различные подношения для Шаштима, для того, чтобы умилостивить ее, чтобы она пролила милость на ее сына. Ну что делал Нимай? С того, как Шачимата все красиво выкладывал на тарелку и шла к божеству, Нимай бежал ей навстречу. Она в полной растерянности: что же делать? Нимай увидел меня. «Мама, куда ты идешь?» «Иди, иди домой, сынок». «Мама, куда ты идешь?» «Я скоро вернусь через 5 минут». «Что у тебя там?» «Там ничего нет». «Нет, я хочу узнать, что там». «Покажи, покажи, что там». «Там ничего нет, иди домой». Но Нимай не прекращал. «Пока не покажешь, я не уйду». И тогда она тут же открывает тарелку, и накрытую салфеткой, и достает оттуда сладости и начинает есть. Шачимата в полной растерянности: что же теперь делать? Анимай говорит: ты все это приготовил для Шаштима. Если ты сейчас предложишь ей эту тарелку, она будет ужасно счастлива. Если ты предложишь ей мою учиштху, она будет очень довольна. Шачима говорит: что ты говоришь? Так вот, если бы Нимай не совершал подобные лилы, мы не смогли бы ими насладиться. Также Нимай устраивал игры на Ганге, и брахманы жаловались его отцу. Однажды он не выдержал и решил наказать сына. Взял палку и пошел на берег Ганги. Встретив его, он сказал: «Все жалуются на тебя». Но по пути... То есть Нимай действительно играл, забавлялся в водах Ганги. И кто-то нажаловался отцу на него. Но перед тем, как его отец достиг Ганги, кто-то предупредил его: «Твой отец идет ругать тебя, наказывать тебя». И Нимай быстро переоделся и пошел навстречу отцу с другого направления. Отец спрашивает: «Ты что, ты не с Ганги?» «Нет, я из школы». И на нем не было никаких признаков, что он только вылез из Ганги. Он был сухой. Отец в полном недоразумении, абсолютно не понимает, в чем дело. И, с одной стороны, тот, кто сказал ему об этом, тот, пожалуйста, не мог наврать. И, с другой стороны, очевидно, что и Нимай не врет. Нимай говорит: «Ну, я тогда сейчас пойду, приму омовение». «Да, да, иди», — говорит его отец. Так вот, если бы Бхагаван не являл такие лилы, почему Гора лила и Кришна лила настолько сладостные? Потому что они подобны человеческим играм. Они настолько сладостные, что
никогда бы не променяли на них. То есть никогда бы... То есть нектар с райских планет, амрита, покажется нам безвкусной жидкостью по сравнению с ними. Вчера, когда мы плыли в лодке, я сказал, что когда Бхагаван приходит в этот мир, он принимает какое-то настроение, то есть имеется в виду какую-то определенную природу. Это не означает, что он тем самым оскверняется. Он, потому что если бы он, на самом деле, если бы он этого не делал, то он не мог бы испытывать различные чувства, такие как злость, радость и так далее. Майя, майя так или иначе не может даже прикоснуться к Бхагавану. Но он создает видимость этого так, будто бы для того, чтобы мы насладились его играми, для того, чтобы его игры были так сладостны. Как вспомните, я рассказывал вчера, несмотря на то, что тот, кто охраняет заключенных, и заключенные, казалось бы, находятся в одной тюрьме, их положения совершенно разные. Итак, я сказал тебе о карма-йоге, о гьяни-йоге, но теперь я заключаю, я завершаю. Откажись от всего и просто предайся мне. Конечно, эти слова Кришны обескуражили Удаву. Он в полном замешательстве. Он думает, если я не стану следовать предписаниям Вед, я тем самым навлеку на себя беду, то есть я совершу грех. Кришна говорит, нет, ничего не бойся, никакой грех не коснется тебя. Если ты думаешь, что все, что я говорил прежде, предназначалось тебе, ты ошибаешься. Потому что на самом деле я лишь хотел дать тебе это знание для того, чтобы ты смог дать его тем людям, которые в нем нуждаются, для которых оно в действительности предназначено. Ведь ты должен остаться в этом мире как ачарья, как мой представитель. Но для тебя наставление, которое предназначается именно для тебя, это то, что я сказал о Гопи Преме. В этом мире, этот мир полон разных людей с разными самскарами. И именно для них предназначались все вышесказанные наставления. Именно для того, чтобы ты смог помочь каждому из них, я дал тебе столь разнообразные знания. Но что я хочу от тебя, так это чтобы ты осознал, что есть Гопи Према. Поскольку я ухожу, и ты остаешься здесь, как мой представитель, ты должен помогать дживам, которые придут к тебе за помощью. И это могут быть совершенно разные люди. Карма, карми, йоги, гьяни и так далее. Люди обладают разными вкусами. И путей ко мне много.
You can test whatever jivatma, whoever coming to you, you can test his sanskar. You can test this according to that, you can advise it. That's why I'm going to keep everything with you. And I told you, finally, although you leave whatever written in Vedas, Upanishads, everything. Последнее мое наставление – оставь Веды, Веданту, оставь все и предайся моим лотосным стопам. It is different kind of chakra, Muladhara chakra here, at the end of the backbone. Yes, Muladhara chakra. Muladhara chakra находится в конце позвоночника. Manipur chakra, Anahata chakra. Здесь на теле расположены различные чакры. Агья чакра, Вишудха чакра. Where different chakra here, there. Some here, some here, some here. All different chakra, six chakras. Всего их шесть. Bhagavan told, first of all, I appear in fine form in Muladhara chakra. Finally, I'm going to elevate up and up. В тонкой форме прежде всего проявляюсь в Муладхар чакре. Затем, говорит Бхагаван, I'm going to avoid it because I already told. Bhagavan speaking, Brahma took birth from naval portion. So I wanted to give this knowledge. And finally, you can discover four heads of Brahma. One from one. Брахма принял рождение из лотоса, который растет из пупа, из моего пупа, говорит Господь. У него четыре головы. И при помощи своих четырех ртов он воспевает Веды. Удава, тебе может показаться, что Шанкар, Брама, Варуна, Индра — всего-навсего инструменты. То есть в действительности они являются моими инструментами, при помощи которых я осуществляю свои задачи. Прямым или косвенным образом все, что происходит в этом мире, создается мной. И то же самое Бхагаван говорил Арджуне на поле битвы Курукшетра. Когда Арджуна говорил, как я могу убить своих дедов, своих двоюродных братьев, своих родственников, Кришна сказал ему, да кто ты такой, чтобы убивать? Как ты смеешь думать, что ты сам будешь убивать? Кто ты, чтобы убивать? Ты считаешь себя действующим. Это заблуждение. Ты просто инструмент. А я по-настоящему совершаю то или иное действие. Но при помощи тебя. Огромное оскорбление, которое мы склонны совершать, заставлять гуру и вайшнавов исполнять наши желания. На самом деле мы ее должны стать инструментами в их руках. Кришна говорит, Арджуна, просто стань инструментом в моих руках, ни о чем не думай. What result? The result is there lying with me. I am the only
Я даю дживам результат их действий. Ты не должен думать об этом, не должен думать о результатах. Ты должен сосредоточиться на своих обязанностях, то есть на своем служении. Нечто подобное с великим говорил великий Рай Махашая, Рай Рамананда. Он же Вишакха Сакхи. Когда Рай Рамананда Самбад был завершен, Рай Махашая сказал, ты говоришь, и ты же слушаешь. Вот это искусство Бхагавана. Так он проверяет нас. То есть, кто ты такой, чтобы говорить? То есть, как только я начну думать, что я говорю харикатху, не будет никакой харикатхи. Мы должны осознавать, что мы являемся инструментами в руках Господа. То же самое пишет и Бхактивинода Тхакур в своем киртане. Прежде всего, мой Прабху, позволь мне пить нектар твоей харикатхи. Пусть я стану пьяницей, и затем, не прекращая, я буду говорить о тебе. Позволь мне напиться твоего нектара, потом сделай меня безумцем, который, не прекращая, говорит о тебе. Рай Махашая говорит, ты передо мной, но ты же и говоришь при помощи моих уст. Несмотря на то, что ты слушаешь меня, ты же и говоришь. Кто же спикер? Кто же по-настоящему говорит? На самом деле, это Гауранга. Итак, Удава, не думай, что Брахма, Шанкар обладают своей личной силой. Нет, они просто инструменты в моих руках. Они выполняют определенные роли в моей лиле. Кто такой Брахма? При моей помощи он создает, он творит. И как только он начинает думать, что он настоящий творец, я тут же заменяю его другим Брахмой. Теперь же, Удава, я хочу объяснить тебе, насколько удивительно Сатва-Раджа Тамагуна. Как она действует? Хотя люди думают, что действуют они. В Гите Бхагаван сказал, завтра в деталях мы будем говорить об этом. Прокрити doing everything.
All nature, Prakriti knew, but you cannot believe. Someday by the mercy of Guru Vaishnava, you can realize, can go up to that point, you can say, realize, really so. Everything is like ghost, doing this, that, everything. They are driven by Prakriti, все nature. В этом мире осуществляется при помощи Пракрити. Завтра мы поговорим о том, как незаметно она заставляет, вовлекает нас в те или иные ситуации. Атма в нас. И когда она осознает, что она не подвластна Прокрытие, такая джива становится гьяни. Мы поговорим завтра об этом, какова разница между гьяни и обычным человеком. Гьяни считает, что он абсолютно ничего не делает. Он просто наблюдает. Он осознает, что он атма. Завтра в деталях мы поговорим об этом. Если вы осознаете это, будете потрясены. Итак, при помощи Гуру и Вайшнавов мы сможем выйти из-под влияния майя. Лишь при их помощи. Другого способа не существует. So you do kirtan and then I can go. Okay. So. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Tai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari bol, Hari bol, Itai Gaur Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari Hari bol, Itai Gaur Premanande Hari. All demons, you know, you can go outside. Lakhs of demons, they are going to give water to Sankariko. They are going to demon, they are demon. They are going to give water. All music, you know, going on. Lakhs of people. To give water to Shankar Bhagavan. They are less interested to about Gauranga Mahaprabhu. They are all going there.